У нее есть вот амортизирующий слой на перчатке. Надо понять, как он, ну, работает, где будет сопротивление. Потому что все смещается немножко сантиметров где-то на 5, вот на толщину перчатки. То есть происходит просто перераспределение сил, это, и это важно понять. Потому что если привык к шингарде работать, перчатку надел, фигак, и не добил. Почему? А она самортизировала. Ты как бы рассчитывал туда занести 20 сантиметров, а у тебя там от этих 20 сантиметров там 7 перчаток съело. И получается, ты сам 7 сантиметров не донес до конца. То есть надо больше закладывать, получается. То есть надо рассчитывать на то, что перчатка сомнется. Понимаешь? Вот, поэтому тогда перчатки стоит поработать. Но только в этом случае. Если мы не готовимся работать в перчатках, да, боксерских, то даже не нужно и пробовать на макеваре в них работать. И тогда не надо. Вот. Вот. Что касается, значит, еще. Почему шингарда, почему. Да. И тоже вопрос. Бинтование рук надо все-таки как затронуть. Не рекомендую крайне по одной простой причине. Любое бинтование, оно создает экзоскелет на руке, то есть укрепляет руку снаружи, то есть сжимает ее и поэтому снивелирует сильно расклинивающие действия на костяшке, которые макевар нам дает. Потому что оно бинтами стянуто все. Особенно если это тейпы, но и пластырь еще в придачу ко всему. И получается, что рука, что сам связки, софиксирующие и стабилизирующие со структуры кисти, не напрягаются должным образом. А если они не напрягают должным образом, они не испытывают какую-то небольшую нагрузку, они не гипертрофируются. Если этого не происходит, значит, соответственно, может набивка происходить поверхностная, а глубокие структуры прорабатываться не будут, и в итоге кулак окажется рыхлым. То, о чем мы говорили, что на молоте нашлепка, а сам он глиняный. Ударили, и сама нашлепка выдержала, а сам этот молот лопнул, стреснул, развалился. Мне доводилось такое видеть, когда в травматологии, в травмпункт там привозят бойца кюкушин, например, который доски там умеет ломать, и все у них на соревнованиях есть это, дисциплина, потому что доски ломать. И у них руки зачастую набитые бывают, все как нормально. Но случилось такое, там и ситуация, когда ты готов, да, то есть определенным образом доски выкладываются, ты бьешь и все. А тут получилось, что на улице подрался, противнику попал в лоб не на той дистанции, на которой думал, или в локоть. И кулак-то сам цел вот здесь, но он лопнул, как арбуз, развалился вот здесь. То есть разрыв происходит мышц вот здесь, и прямо получается, если на рентгенограмме посмотреть, и прямо расклинивающее действие произошло, и косточки в стороны разошлись. Как это я называю, это фейерверк из пальцев, что называется. Вот. То есть, если руку раскрыть, в смысле кожу разрезать, там гематому, чтобы выпустить там полностью, видно, что сочервячные там мышцы, соединяющие пястные кости, они лопнули. И вот эта гематома разлилась из этих разорванных мышц. Но чтобы этого не произошло, не надо руку бинтовать, надо с самых легких начинать с нагрузок работать без бинтов. Вот и все. Бинты допустимы в одном единственном случае. В одном только случае недопустимы. Когда мы выходим работать на соревнованиях. Вот ответственный поединок. Потому что там мы руки... там ситуация, она неконтролируемая. То есть мы не понимаем, когда что-то произойдет, когда мы на локоть попадем. Все, там мы руки защищаем. Это единственный случай, когда мы это делаем. А так, на тренировке, когда мы закалкой занимаемся рук, то не надо их забинтовывать, их наоборот надо разбинтовывать, раскрывать. Поэтому шингарды надеваются на голую руку, в лучшем случае на ХБ-перчатку. Какая причина ее? Во-первых, чтобы соснимать удобнее было шингард. Шингард должна на руку надеваться плотно, как презерватив. И поэтому, если там рука пропотела в ней, то очень трудно шингарду снять бывает. А за пальцы, за перчатку, и раз-раз-раз быстренько снял и все. Во-вторых, чтобы она не воняла потом. Надпотает, взял перчатку, выстирал, все нормально, 5-10. То есть это помогает. Вот эти все моменты, я быстренько коснулся их, потому что они важны. Вот. И последнее, шингарда. Она точно так же заполняет вот эти пространства между косточками. Это очень важный момент. Почему некоторые мастера любят набивать в песок руку? Потому что песок заполняет эти пространства, что позволяет, опять же, я говорю еще, наверное, уже 20-й раз за сегодня,
вот это расклинивающее действие применить себе на пользу. То есть косточки расходятся в стороны, потому что на межпальцевые пространства давит песок, или шингарда заполненная, или резинка. Вот. И это позволяет укреплять кулак намного быстрее. То есть у нас не только закрепляются места контакта, но и закрепляется сам кулак. Сам кулак, а не только костяшки. Вот. Чем и плохие это набивки на стене, на голой доске? Тем, что там контакты только в точках происходят. В точках контакта. Те макевары, которые обладают упругим слоем еще на поверхности, они преимущество у них небольшое. Поэтому на макеваре всегда вот эта нашлепка она должна быть. Пусть она, ради бога, будет из соломы, из кожи. Главное, что лучше всего, вот микропора, как я считаю, главное, чтобы она проминалась и заполняла пространство этим. Но если даже этого нету, то шингарда позволяет это заместить. Получается, что мы накладку вот эту резиновую заменяем шингардой. Мы накладку себе на руку надеваем и можем колотить уже даже по голой доске. Это для тех, кто сам себе макевару делает, ставит там во дворе дома доску просто вкопанную, тогда шингарда просто незаменима. Она позволяет заменить вот эту накладку. Тогда даже набивку можно делать просто в шингарде. Только надо, чтобы она была очень тоненькая шингарда. Можно даже набивкой заниматься, поверхностной. Вот то, что касается шингарда. А теперь непосредственно про постановку удара. Сейчас. Сделаю.